38-летняя Ксения Собчак утверждает, что не ассоциирует себя с героинями сказок. Звезда неожиданно высказалась о предпочтениях в мужчинах. Светская львица посетила открытие магазина элитной обуви в Москве. Ксения вышла в свет в черном платье и теплом пальто с воротом розового цвета. Телеведущая собрала волосы в хвост и сделала умеренный макияж. Бывшая супруга Максима Виторгана дополнила вечерний образ элегантным колье с темными камнями. Артистка сделала шутливый снимок с туфелькой в руках и призналась, что далека от образа сказочной принцессы. «Принц мне не нужен. Нужны только красивые туфли», — иронично заметила Собчак. Слова блондинки вызвали эмоциональную реакцию у ее поклонников. Так, некоторые с юмором заметили, что Ксения из-за волевого характера является защитницей для самой себя. «А зачем тебе принц, когда у тебя есть ты?» «Золушка, вы наша, так проспект НЦ уже есть, нам ожидать скорый развод». «Как-то вы на этот раз уж совсем быстро, видимо, гостевой брак является самым удобным вариантом в вашей случае», — прокомментировали фолловеры. Продолжая сказочную тематику, еще одна подписчица критически оценила титул Собчак как королевы Инстаграма. Она призналась, что не понимает причину успеха светской львицы в социальных сетях. Королева Инстаграм. Ни разу не воспользовалась вашей рекомендацией, ни разу ничего не купила, что вы рекламируете. Где вы берете всех этих доверчивых людей? Волшебство, с сарказмом сообщила Мария. Недавно на телеведущую написали заявление в Генпрокуратуру из-за ее стриптиза на собственной свадьбе. Роза Сибитова выразила опасение, что Константин Богомолов рядом с обеспеченной супругой рискует превратиться в Альфонса. Сами влюбленные не скрывают своих чувств, они нежно обнимались на публике перед гостями во время празднования дня рождения Собчак.